Угу. В чем проблема? Вот в этой штуке. Ну вот, смотрите, тогда что у нас получается? Тогда у нас слово W можно представить в виде слова X, Y, Z. Такое, что из фи выводится X, из С выводится Y, а из PSI выводится Z. Ну, потому что мы должны как-то это слово получить на выходе. А? А у нас слева всегда это, один терминал в правилах. У нас контекст свободная грамматика. Это хороший вопрос. Да. То есть это как раз по свойствам кс грамматики, что слева у нас всегда один терминал. То есть у нас где-то встречается c в дереве вывода, и после него у нас появляется W. v. Тогда из c выводится y, но тогда у нас c порождающий. Ну, мы что, что можем сказать, что это противоречие. Давайте я напишу тут э, без l g1, тогда будет точнее. То есть пусть на слово лежит в g0, но не лежит в g1, тогда в дереве разбора есть не порождающий символ. Смотрим, как он появился, понимаем, почему его быть не может. Угу. Так, по этому факту понятно. Угу. Все, то есть это мы проверили с вами. Это важная заковыка, которую нужно было ну, уточнить и скипнуть. Че, к следующей стадии переходим. Следующая стадия очень простая. А, смешанные правила. Смешанные правила у нас удаляются достаточно простым образом. Мы берем, допустим, у нас есть правило А, я не знаю, Д. Это третий шаг у нас. А, D, B, C, E, F. Мы берем и все маленькие, для каждой маленькой буквы, которая у нас есть в нашем, терм, нашем алфавите, делаем специальные правила. Там из C – C, из F – F. И выкидываем это правило и заместо него добавляем правило такое. Ну, писайте это, upper функцию в питоне вызываете. Ну, формально смотрите, как это делается. А формально на самом деле надо выкинуть все эти э... тут идея, которая, к сожалению, я не написал. Идея, что выводить мы в дереве вывода на самом деле. не терминалы можно раскрывать в любом порядке. Понимаете, почему? Ну да, изленный тираншот. Вы просто, знаете, представьте себе елку, на которую вы хотите гирляндами, обвесить, ой, это, гирляндами, игрушками обвесить. да? Но, по сути, ваша цель — нарядить елку, в конце концов. Как вы вешаете гирлянды и это вообще не играет роли. То есть вы могли сначала, я не знаю, шарики туда положить, потом гирлянды повесить. Либо наоборот, сначала гирлянды повесить, потом шарики положить. Ну, э, тут, к сожалению... А может, к счастью, ничего не меняется. Ну вот, давайте теперь воспользуемся этой идеей. И что скажем? Во-первых, если у нас V принадлежит L G2, то что это значит? Что когда то когда-то мы прошли. Если мы прошлись по длинному правилу. Давайте я на примере. Я на каком-то вот таком примере сделаю. Вот, у нас это за один переход было э, осуществлено. Но тогда что мы с вами можем сделать? И, допустим, дальше мы выводили какое-то слово w. Точнее, давайте формально. d -W B, c we f. То каким образом мы его еще могли вывести? Ну да, ну могли бы это, это у нас, если что, в g2. Тогда аналогичная картинка в g3 бы выглядела бы вот так. Мы из А за один шаг вывели бы D, B, C, E, F. Потом бы раскрыли эти D, C, F. И потом бы вывели то же самое слово. Ну тут можно это какой-нибудь индукцией по длине дерева вывода сделать. Да? На самом деле в обратную сторону тоже доказательство аналогичное. Мы просто, мы просто говорим, что давайте мы будем сразу раскрывать не терминалы, которые будут выводить в одну букву. То есть в порядке BFS раскрывать. То есть это у нас это факт такой. А если мы говорим v Я напишу, что это аналогично, только раскрываем в порядке BFS. В первую очередь А, ДВД. И подобное. Угу. Понятно? Что произошло? Нормально? А то вы все загрустили так уже. Итак, у нас теперь ушли смешанные правила. У нас теперь есть длинные правила. Вот такие вот. Давайте это. Чем мы сделаем? Мы сделаем вот такую замену, то есть разобьем последовательность из многих символов на последовательность из двух символов. Давайте сейчас мы это добьем и на, на перерывчик свалим. Итак, у нас с вами что? А Н. мы заменяем на из b выводят b1, a1. Так, я, кажется, баг запустил. да, да. да. да, да. Надо буквы вместо им поменять. Так, до, до какого там, до b минус 1? Угу. Ну, теперь давайте покажем, что это все верно. Опять же, for факт тот же самый. Это у нас пусть G4 грамматика будет. Но если у нас V принадлежит L от G3, да, тогда если у нас из S вывелось какое-то правило B, из него за один переход был А и потом выводилось V, то какая последовательность у нас здесь будет? в G4. Так, тут я контекст забыл, да? Пусть у нас PPC тут. Что мы должны сделать? Ну, мы хотим дерево вывода в G4 построить. Ну надо B заменять. Фи. b 1 в пси. Потом один раз заменяем фи. Дальше у нас будет фи. дальше из этого мы можем вывести то же самое слово w угу. это в одну сторону а в обратную сторону что мы сделаем ну допустим у нас из s выводился w в Какие два случая у нас могут быть? Да, значит, смотрите, первая, первая история какая. А, давайте Б и ты не встречаются. Тогда что мы делаем? Ну да. Все то же самое. Угу. Второй случай. Боитые встречаются. Встречается какое-то бокатое. Тогда что происходит, если у нас бокатое встречается? Когда у нас бокатое встретиться могло? Так, это значит, что у нас треть... То есть смотрите, у нас в дереве вывода встречается БКТ. Его мы каким-то макаром должны были получить. Ну а каким макаром мы его можем получить? Только через БК минус 1. А что из него выводится? Из него выводится в БК плюс 1. Ну, либо конец правила. Ну и тогда мы понимаем, что тогда э, сразу встречается Б, B1 и так далее. Bn. Bn минус 1. Ну а дальше делаем в обратную сторону весь тот переход, который у нас уже был. То есть вот это вот действие мы повторя... прокидываем вот, вот сюда. Угу, понятно, ну хорошо, давайте перерыв тогда сделаем, Гей, okay. это. Uh, Значит, у нас остались только такие правила. Кого следующим убивать будем? Правило из А выходит Эпсилон. Но тут немножко более нетривиальное свойство, которое нам нужно проверить. Нам нужно убить все Эпсилон-порождающие символы. Смотрите, давайте определение дадим. Символ Е e называется Эпсилон-порождающим, если из Е e выводится Эпсилон. Давайте я напишу где-нибудь. Где у нас по цепочке? Вот тут, кажется. Какое правило у нас пойдет? Под око... Какого правила вида у нас пойдут под откос? если из Е выводится Е. Как угу. искать эпсилон порождающий, это та еще история. Ну, давайте теперь подумаем, что мы будем делать. Мы будем делать такую замену. А первое, что мы будем дербанить правило из А следует Б То есть, если у нас из А следует в а, и с эпсилон порождающий, то мы добавляем правило из а следует b. Из а. если есть правило из а следует b c, из b выводит е, e. добавляем правило а следует c. Контрольный вопрос, который я хочу задать. А если у нас символы в одном правиле таком символы b и c, эпсилон порождающий, то сколько правил мы добавим? Но ну, мы добавим два правила с вами. Ну, то есть, если у нас и из А следует bc, и Б, и С и э порождают, что у нас добавится как правило как А следует Б, так и A следует C. А следует С. И удалим все правила из А следует Э. Вот. Утверждение, которое мы с вами сейчас... Это у нас будет уже с вами грамматика G5. И нам надо будет показать с вами, что L от G4 равно L от G5. Не, не, мы не заменяем. Не, 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 у нас пока есть еще и одиночные правила. Мы потом от одиночных будем избавляться. Так, ну что, давайте попытаемся доказать эту всю вещь. То есть у нас добавляются правила и убираются одиночные правила. Ага, получаем грамматику G5. Итак, тут такое, такое неформальное доказательство. Смотрите, если V принадлежит L4... 4, то выделим под деревья максимальной мощности, из которых выводится эпсилон. Я сейчас нарисую картинку. То есть у вас есть, допустим, из S. Там вы... Может, на новой доске нарисовать? На большой? Мне кажется, картинку нужно на большой доске рисовать. А? Ну нет, это, по сути, у нас есть не терминал какой-то, да, и из него что-то подвыводится. Это вот, по сути, все под дерево. Не-не-не, мы берем слово, мы, де, мы берем дерево вывода для слова w. Дуб, вот смотрите, сейчас, сейчас я покажу. Вот у нас есть с вами s, есть с вами w, вот оно в конце где-то. И мы смотрим на вот такое большое дерево вывода. Это вот, это считайте, елка вот у нас такая. И, допустим, у нас находится здесь какой-то терминал a, а, да. и из него могло вывестись какое-то подслово. Вот, это, вот эта вот штучка — это поддерево. Ага, понятно? Вот. Давайте рассмотрим все поддеревья максимальной мощности, которые вводят эпсилон. Допустим, у нас есть всего «b». И у него под дерево вот какое-то вот такое вот. И тут выводится пустое слово. Угу. Вопрос, который я хочу вам задать. Как мы получили в этой истории из V следует ε? Как мы получили не терминал B в этом дереве? Могла ли быть у нас вот такая картинка, когда из С только выводилась Б? Почему? Но мы это делаем. Но мы смотрим в, грам в грамматике G4 дерево вывода. Да. Но вот, давайте поймем, почему нельзя. Я пишу, что все деревья под деревья максимальной мощности, которые выводят слово эпсилон. Вот смотрите, вот это дерево из B выводит эпсилон, оно теперь становится не максимальной мощностью, потому что мы можем подняться на одну вершинку вверх и получить более большое под дерево. Из C выводит эпсилон. Но b это не терминал какой-то, который появился в дереве вывода, и, и он был ε-порождающий, то есть из него э, вывелось в дереве разбора пустое слово. Не, э, э, мог, ли, мог ли быть родителем в дереве вывода для э, вершины b вершина c по правилу c следует b? То есть у нас э, из b выводится ε, а из c выводится b. Ответ нет, потому что тогда у нас SC выводился бы ε. Понятно? Хорошо. Если такой картинки быть не может, тогда это. Тогда каким еще образом мог появиться не терминал B в этом дереве вывода? Осталось не так много вариантов. То мы, вот смотрите, пусть у нас родитель вершины B это вершина C. Но что еще с ней могло быть? Какого правила вида у нас? Какого вида правила у нас есть в G4? Да, смотрите, у нас могла бы такая картинка. C выводит BD или C выводит DB. Ну и дальше тут вот крона у нас с вами. Пустое слово. Здесь крона пустое слово. Угу. Тогда скажите, как мы, что нам надо сделать для того, чтобы получить L G5? Какое дерево разбора в L G5? Можем ли мы теперь его предоставить с вами? Хорошо. Пример. В, в огороде когда-нибудь работали в саду? Угу. Что осенью делают? с деревьями. Под деревья. Да, подрезает под деревья, чтобы дерево, ну, во-первых, там не пускало лишние ветки, а во-вторых, это еще и обрабатывают. Но ну, вот давайте сделаем то же самое. У нас же, по сути, говорится следующее, что если у нас в грамматике G4 есть вот, так, вот такие вещи, то в грамматике G5 у нас есть обрубленные, подрезанные вот такие вот под деревья. Здесь есть такое, а здесь есть Такое. Где у нас нету вот этого Б? Вот. Ну вы, по сути, вот можете тут пенек оставить какой-то вот за что я вот тут нет. Понятно, что произошло? Еще раз, смотрите, рассмотрим в B4 эти под деревья, которые не плодоносят, то есть которые порождают ε. Да? Чем мы хотим, когда мы обрабатываем яблоню, которая цветет, обрубить под корень те ветки, которые не плодоносят? Да? Абстракция здесь ровно такая же. Мы хотим обрубить ветки, которые не плодоносят. А как понять, что ветка не плодоносит, а то что выше ее плодоносит? Если у нас есть правило из C выводит B, то мы обрубаем не там, потому что можно обрубить выше и дерево пере, ну, будет плодоносить, не будет плодоносить. Вот, поэтому у нас случай такой: как не терминал B, который порождает ε, мог появиться? Он появляется либо в таком случае, либо в таком случае, да? Ну а какие правила у нас есть? У нас есть правило, что если из C следует B,D и b эпсилон порождающий, то мы можем заменить его. На, у нас есть дополнительное правило в грамматике g5, которое говорит, что из c мы можем вывести d. Ну вот, заменяем его, а по сути это эмуляция обрубленного куска дерева. Вот, таким образом мы строим с вами дерево, грамматики, дерево вывода в грамматике g5. Так и G4 в G5, понятный переход теперь? Через, через это, через стадоводческие эти абсорбации. Обратная ситуация, обратная ситуация. Давайте протезы сделаем нашему дереву. Пусть V лежит в G5. Посмотрим все те места, которые обстригалось дерево. То есть представим себе, что в Штельже 5 рассмотрим правило С C, C, из С выводится Д в дереве С выводится В при этом С не было в G4. Тогда что мы делаем? Да? Правило С C, C следует D, D не было в G4. Ну тогда какое у нас правило было с вами, если его не было в G4? Ну да, С выводится, скорее всего, было правило, С выводится БД, ну или ДБ, а при этом Б выводило эпсилон. Ну давайте теперь подстроим как раз, вот тут вот. вот, то есть у нас было дерево, и по сути мы с вами вот пристроим то, что как порождалось эпсилон из этого нетерминала Б. Угу, такое, протезирование. Это как называется? Искусственное отращивание. Мне бы оно не помешало, но я как бы это привык ходить лысым, поэтому мне норм. А, то есть, видите, специально подрубки мы оставили здесь, в которых, если что, мы можем отрастить. Так, с этим разобрались, с этим переходом. Хорошо, прикол. Я вас где-то обманул. Давайте поймем, где я вас обманул. А, да. Да, а что если из этого с Epsilon, тогда доказательство вот ровно в этом случае ломается. Да, потому что мы сразу все дерево обрубаем под корень. Вот. То есть если у нас выводился, есть хотя бы один символ, то это работает. И мы его тоже убрали. Поэтому нам нужно обработать. То есть смотрите, в чем прикол. Сразу сделайте себе пометку lg5 равно lg4 без эпсилона. Без пустого слова. Как его вернем? Да, с в эпсилон, но смотрите, мы сделаем чуть-чуть другой лайфхак. Да, Вот в общем, S epsilon правило выкинуто, а дальше мы бы обрубали, но ничего бы не случилось. Поэтому лечится так. Смотрите, в заводе новый не терминал S делаем его стартовым. Блин. А где стерка? То есть мы делаем h штрих, добавляем правило из h штрих следует s. Ага. И если s выводит эпсилон, то добавляем из h штрих выводит эпсилон. Да, то есть делаем новое стартовое состояние, новый стартовый не терминал. Получаем грамматику G6. Вопрос. Какого зайца мы еще прибили по ходу дела? Идите ищите в определении нормально формухомского. Хомского. Там есть очень тонкий момент, который мы сейчас как раз прибили с вами. Ну и что? Ну мы типа переобозначим грамматику. А? Да, второе. Из за следует БС. Смотреть. Что в скобках написано? Смотрите, что B и C не являются стартовыми. То есть мы с вами, когда вводим s -штрих, вот, вот видите, выводим <тилличной> штрих, и штрих нигде в правой части не находится. Да? Ну все. Типа получаем такой вот переход. А хорошо, а теперь у нас остались так, остались правила такого вида. Что делать будем? А? Да, надо от предпоследних избавляться. На самом деле, я вам сейчас открою страшную тайну. Избавляться от них ровно так же, как от эпсилон переходов в автомате. А, то есть, ну, там, ну, там, там, там... Да, да, да. Мы будем искать путь замыкания по А и Б, и потом встретим первый переход, который не идет в то же самое. Ну, транзитивное замыкание. То есть если у нас есть последовательность B, следует B1, B2 и так далее, Bn и так далее, переход CD и VA, то мы их заменяем на такое правило. И после этого мы с вами можем удалить одиночные правила. Угу. Тут можно сказать, что любое правило вида из b следует cd A» можно рассматривать как c из нуля и более одиночных переходов а, а вы можете написать себе, что доказать аналогично тому ровно аналогично тому как удаляют эпсилон переход в автомате там ничего вот э, такого фундаментального не будет нового а это значит что см, смотри у нас э, может быть такое что из Bn может быть правило вида CD, либо из Бенова может быть правило ВА. Ну, соответственно, либо то, либо то, в зависимости от ситуации. Угу. Ну что, товарищ, мы победили с вами? Вроде бы. Да, но тут спрашивается, почему новых слов не появилось. Ну, опять же, доказательство это будет аналогично тому, как мы удаляем однобуквенный переход в автомате. Это переходы. Так, ну получилась у нас нормальная форма Холмского? Вроде бы. То есть у нас убилось последнее правило, а из за следует bc, ну и все. Ура, мы с вами доказали при переход в, этот, приведение к нормальной форме Холмского. Какие тонкие моменты у нас с вами остаются в этом алгоритме? Давайте я уточню. Нам нужно показать некоторые сложности алгоритмов. Как это именно реализовывать? Угу. Ну, мы же практику, практику тоже хотим понять. Вопрос: как искать непорождающие символы? Ну, DFS, да. Нам нужно на самом деле найти все порождающие символы. Как найти все порождающие символы? Ну там такой аналог а Я тут написал вкратце. Значит, смотрите, закидываем множество порождающих символов в множество тех порождающих символов. Все тер не терминалы, для которых есть сразу вывод, что справа идет конец слова. Сразу он выводит слово. Значит, он автоматом порождающий. А потом, по сути, для этой штуки нужно закидывать BFS. То есть вы берете все множество не терминалов, которые есть. Смотрите из тех множеств терминалов, которые у вас сейчас есть на текущий момент, пытайтесь собрать правую часть правила. Если у вас правая часть правила собирается целиком, это там комбинация, то есть... Давайте я напишу. То есть представим себе, что у нас есть правило из А, следует BCD, и в сете есть, допустим, B, C и D, ну тогда мы А можем тоже в, этот, в это множество добавить. Да, просто надо этот это, это BFS аккуратненько реализовать. Да? Я думаю, вы понимаете, как BFS писать. Или, или надо подробнее. Не, если есть вопросы, задавайте. То есть сначала закидываем все правила, в которых мы можем закинуть все не терминалы. То есть которые сразу являются порождающими за один шаг, а потом мы собираем их в множество и понимаем. Допустим, у нас сначала оказалось B в множестве, потом через несколько итераций оказалось c в множестве, потом через несколько итераций D оказалось в множестве. Тогда у нас сыграет правило из А следует bcd и это. И мы получаем А. То тогда А является порождающим. Так, давайте дальше. Удаление недостижимых символов. Каким алгоритмом можно сделать? Как найти все недостижимые символы? DFS, DFS от стартовой вершины. Ну, VFS. -ом. Найдем все недостижимые символы. тут надо понять, за сколько итерация остановится. Но тут можно как раз, по сути, построить граф по нетерминалам. Да, по, по сути, если у вас из А есть правила Бцд, то вы ребро строите. Ребра так строите. Вы строите из А в Б, ребро в С, ребро в Д. Вот. И смотрите, в какие, ребра, в какие вершины вы не попали в этом графе. То есть вам нужно найти компоненту слабой связанности от стартового состояния. Так, все знают, что такое компонент слабой связанности? Да, да, да. Угу. Хорошо. Эпсилон порождающий, как искать? Ну да, а у нас еще есть алгоритм нахождения порождающих символов. Да, давайте просто допустим тот же самый алгоритм, как нахождение порождающих символов, только учитываем, что это именно эпсилон порождающий символ. Да, ровно так же. Так, Удаление одиночных правил — это алгоритм транзитивного замыкания графа. Вот у него сложность вот такая вот. Количество нетерминалов плюс количество правил помножено на сумму количества длин правых частей. Это сложность алгоритма всего приведения к нормальной форме Хомского. Тут учитаны все асимптотики. Ну, потому что DFS, они достаточно простые, да, а вот перемножение как раз осуществляется на нахождение транзитивного замыкания. По-моему, я где-то тут квадрат забыл. Да, тут квадрат. Тут третья степень должна получиться. По-моему, слушай, надо посмотреть. По-моему, количество вершин, на количество ребер. Количество ребер там. Скорее всего, это у левой скобки квадрат там стоит. То есть сложность алгоритма э, количество p плюс количество n в квадрате на, на количество всех переходов. На сумму длин всех правых частей правил. Вот. Кто хочет, кто хочет на практический поток, может потихонечку начать его реализовывать. Полез. Но смотрите, давайте под конец я сегодня разбавлю вас. Я хочу сегодня мы успеем по крайней мере одно проявление рассказать про него. Первое самое тупое проявление, которое в нем состоит, это наконец-таки мы можем построить с вами первый синтаксический парсер, то есть алгоритм, который по слову проверит принадлежность его грамматики или нет. Вот. Значит, смотрите, задача парсинга состоит в том, что по грамматике g и слово V нам нужно ответить на два вопроса. Первый вопрос, лежит ли слово в, грамма, в языке задаваемой грамматикой? И второе, если ответ на предыдущий вопрос положительный, то построить дерево разбора, дерево вывода для этой грамматики. Угу. А теперь тупая, теперь тупая идея. Значит, давайте, может быть, порассуждаем. Доказательства... Смотрите, вот у нас есть а, правило, из А выводится БЦ. Да. Если мы, допустим, у нас есть А, и оно выводит какое-то подслово от итого до житого символа, не включая. Тогда что мы можем с вами сделать? Как проверить, выводит ли символ А? под слово от этого символа до этого символа. Все от того, что у нас есть правило вида А из А сливает А? Перебрать среднюю границу. Смотрите, он там слово от этого до этого символа. Тут же ты. Вот. Но смотрите, тогда нам нужно перебрать границу КТ, что? Вот это выводится из Б, а вот это выводится из C. Как такой тип алгоритмов называется? А? Не-не-не, не, для власту это жестко. Нет. А аналог задачи, задача о количестве нахождения, о быстром перемножении матриц, которые у вас есть впоследствии с матриц в ряд, вы хотите их быстро перемножить. А? Динамика. Динамика почему? Да, динамика по подотрезкам. То есть на самом деле нам нужно посчитать такую динамику. Из А следует под слово от этого до житого. Вот, и будем хранить это в динамике. Как будет осуществляться перебор в динамике? Ну, вы идете по всем правилам грамматики, которые выводят из А в Б, ВС, Перебираете все определители и проверяете, выводится ли из Б по слову ЖКТ, а из С, ой, ИКТ выводится КЖТ. Да, даже больше еще. Вот, я тут слово э, написал. Тут, смотрите, динамика по длине слова. Раз. Да, однобуквенный переход, думаю, как-нибудь заинитим. Второе. Перебирается старт. Перебирается правила грамматики. И перебирается средняя позиция. То есть это не квадрата длины слова, это купа длины слова. То есть э, грамматика имеет асимптотику О длины слова в кубе умножить на, опять же, сумму правых частей правил. Ну, давайте скажем, что это просто количество правил в грамматике. Четвертая степень, товарищи. Ну, тут давайте я пропущу. Кто хочет, может посмотреть. Динамика по длине слова, индукция по длине слова. Я думаю, вы уже задолбались от меня слушать слово индукции. Вопрос, вы доказывали динамику по подрезкам, как работает? Хоть раз в жизни своей. Был такое? Ну, вот тоже. Мне, мне нравится такой ответ на вопрос. Ну, если что, я думаю, корректность алгоритма можете показать. А, кратко объяснить. Ну, идем индукции по длине слова. Да, в одну сторону. Если у нас из А выводится БЖ, значит у нас существует разбор за одно правило. Делаем индукционный переход. Победили. В обратную сторону. Так, а, тут тех поехал. Значит, А и G true. Значит, для некоторого mid position у нас работал вот этот вот этот. 14 строка. Обновление динамики. Тоже переписываем и получаем индукционный переход. Это вкратце. Асимптотика o от n в кубе на p. И что у нас получается o от n в кубе на p? Как вы думаете, это много, мало? До, ну, дофига, в общем. Долго. Ну, э, мы еще в курсе. А? А, да, да, да. Не, да, я ошибся. сори. О длины слова в кубе на p. Да, спасибо за опечатку. Вот она, асимптотика. Мы будем рассматривать более быстрые алгоритмы, и для большого класса языков, которые используются также в компиляторах, асептотику можно свести до, не поверите, о длины слова. Но это долгий и тернистый путь. Вот. Так, товарищи, у меня тут есть еще лемма разостания, но мне кажется, что нам, я думаю, что лучше сегодня чуть-чуть пораньше закончить и поспрашивать некоторые вопросы. Но, смотрите, практическое применение о разрастания это вот построение парсеров, а теоретическое применение это будет лемма разрастания с которой, я думаю, мы начнем как раз в следующий раз. Нашу пару. Вот она. Буковок чуть-чуть побольше появилось. Да, да, да. Ну и идея на самом деле ровно та же. Давайте, раз уж пошло. Короче, нужно найти вот такую ерунду. Вот и все. Находим такую ерунду, сами понимаем, что мы можем вот эту ерунду вставлять кучу раз и э, получать разрастание. Ну, формально мы это в следующий раз с вами покажем. Все, на этом сегодня все. Спасибо.